Мы воспитывались на другом кино. И поэтому современные киноязыки я не понимаю. Да, там застрелил, убил, побежал. А человек вышел, расскажи о чем. Он даже не расскажет. На полтора часа мозги выключают. У нас с Тимуром был разговор. Да, мы с ним писали мультфильм. Он попросил написать мультфильм, сценарий. «Сабалах» называется. «Сабалах». Сабалах, да. Ну, там казахский фольклор, вот эти дела. И он меня пригласил, чтобы мы с ним поработали. И мы сидим с ним, работаем. А он как раз в это время. И мы сидим с ним, что-то там думаем. И лежит это журнал. Какой-то российский журнал, не помню. Очень популярный. И обложка, и там Тимур со своей репой. И такой великий российский режиссер Тимур Бекмамбетов. Ну, и я начал над ним издеваться. Говорю, слушай, какой ты русский, да? Ты посмотри, значит. Потом фамилия у тебя, значит, Бекмамбетов. Да, вот ты. Он так, не отвлекайся. Давай там, что-то вот хан пошел в степь. Потом я начинаю над ним издеваться. Вот у тебя там машины летают, переворачиваются. Вот, ночной дозор, да, дневной. А где утренний дозор? А где после обеда? Ну, дозор. Он говорит, ну что ты, от меня хочешь? Я говорю, ну давай мы что-нибудь сделаем с тобой. Ты же это все-таки номер один вот по этим фишкам. Я говорю, я напишу сценарий, а ты снимешь. И мы это как шаркнем по миру. А он говорит, да нет, у меня другие задачи. То есть обидно было, как бы, человек номер один в профессии, допустим, в России, да, но работает под другими флагами на другую страну. Ну и потом тот киноязык, который он выбрал, он, допустим, я его не понимаю, он мне не близок. Хотя это массовое кино, это зрительское кино и полные залы, но я работаю на другую аудиторию.